Ниха, с вами Якудза. Да-да, я снова я Якудза, опять наебка для уебка. Ниха, Якудза, да-да я. Снова я Якудза, всем ниха. Это уже какая-то пятая часть шизофрении получается. Чуть-чуть песен, чуть-чуть смысла. Трек, если чё, фейс, мне похуй. Ей уже шестая часть развозчиков. Как обычно, нужно хорошо вначале зачитать. Так называемый исполнитель Рокет, Голоден, фичеринг. Да неужели? Ниха, ниха, нихавай. Наконец, этаки пилот, пилот, это хорошо. Насколько же он получает? А кто знает? Я знаю, еб твою мать, кста забыл сказать что. Хочу, бля, сказать этому ебаному обеме нахуй, блядь. Ебабаный, чей ебаный ты козел нахуй, черножопый, блядь. Был бы ты человек нахуй, запомни, у меня есть, блядь, хороший, блядь, человек. Я его, сука, блядь, отдам деньги, чтоб тебе, сука, в мозгу въебал пулю нахуй, и чтоб ты закрылся нахуй и никогда сюда не лез. Понял, быдло ты ебаная, блядь. Все нахуй. Ниха. Так какая же работа на Малиновке самая легкая и прибыльная для новичка? Естественно, я это выяснил, проработав по одному часу на каждой работе для новичков. И вывод таков, что самая прибыльная работа – это шахта. На шахте за час можно заработать 19 тысяч. Ниха. Да-да я, Акудза. Купил я, значит, себе масс автосалона за 500 тысяч рублей буквально часов 15 назад. И мне попался неплохой вариантик купить тот же масс, только уже с коробкой автомат. Ниха, да-да я, Якудза, я на данный момент коплю себе 3 миллиона 600 тысяч на Урал с автосалона. Видики будут реже. Но есть и свои плюсы. Каждый день в 15:00 по Москве будет выходить видео из новой рубрики. Озвучивать новую рубрику придет специальный гость. Чтобы не проебать этот момент, прожмите колокол. Давно не пел для вас. Встречайте A4 Kids. Ви. Всем ниха, меня зовут Саша, я буду озвучивать новую рубрику. Называется она «Тест-драйв». Сегодня на тест-драйв к нам попала машина марки Porsche Cayenne. Это самая дорогая машина на Малиновке РП. Всем ниха, с вами все, я же Александра. Сегодня у нас на тест-драйве автомобиль Mercedes-Benz G63. В народе его называют просто и четко гелик. Now we on top of my car, looking at stars, like I made it far, look at my chain, glow in the dark, you thought your brain, she going hard. Всем ниха, с вами как всегда Александра. Сегодня к нам на тест-драйв попал автомобиль марки BMW X7. Данный автомобиль стоит 15 миллионов рублей на коробке автомат. Можно, конечно, затупить и случайно купить за 12 миллионов. Но чтобы так лохануться, нужно иметь 0 IQ. Да, Линчон, ух, большая голова на службе. Йому, эта девка клюнула, малышка, купила мне новый фирменный Мерседес, я делаю это ежедневно, я делаю это ежедневно, прыгаю в эту суку и схожу с ума, прыгаю в эту суку и схожу с ума, черт, прыгаю в эту суку и схожу с ума, прыгаю в эту суку и схожу с ума, прыгаю в эту суку, прыгаю в эту суку, прыгаю в эту суку и схожу с ума, Всем ниха, да-да я Якудза, но все, я слил свой мазок премиальный в госку, прикупил новенький Урал. Вы спросите, а что же будет дальше? Будут розыгрыши денег. Так что ждите дроп видика с розыгрышем. Ёбаный рот этого автосалона, блять. Ты кто такой, сука, чтоб это сделать? Я всегда это делал, когда. Вы чё, дебилы? Вы чё, ебанутые, что ли? Действие. Вы в натуре ебанутые. Это сидит там, чешет бумажки. Блять, этот стоит, говорит, я тебе сейчас тут тоже Урал со скидкой продам. Ну посмотрите. Ёб твою мать. У вас автоменеджер есть, чтобы это делать на моих глазах, мудак ёбаный. Хорошо будет делать автоменеджер. Раньше это делал всегда я. Дегенерат ебучий. Вот пока ты это делал, дебил. Ебаная сука, блять, так все и происходило. В автосалоне? Хуй салоне. Блять, вы чё, действительно идиоты, что ли? Бля, дефиченты какие-то, ебаный ваш рот. А ты-то чё делаешь?
ты дегенеративный кретин, ты не понимаешь, что ты делаешь вообще. Только одно в голове мам, коксу 5 грамм, он летит сам, в краину запомнения, в голове мечли мам, когда скончишь этот стан, где уж не будет сам, бо въедет белый вен. Только одно в голове мам, коксу 5 грамм, он летит сам, в краину запомнения. Француз, скажи чиз. 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 Fuckboy should've chose peace with me. Cause he know I always keep my peace with me. Step down and I bet we do this peacefully. Cause we both know you don't want a piece of me. Yeah. Я не понял, ты сейчас вообще чего рот-то открыл? Уберите дурачка. Всем Михаил, да-да, я Куца. Это, человек с ником Калашников попросил снять обзор на его. Ну не на его, на автомобиль, который он хочет купить. Автомобиль у нас называется Урал-М. Че, Витёк, ты сотку? Ты сотку закинул? Я сотку закину, сейчас, короче, поставлю, схожу и приду играть. О, тут можно ставить, ну, допустим, вторая. Опа. Эй, а вы чё у меня подсматриваете, вторая. Народ? Не надо посмотреть. Уху, плюс 30 тысяч. Ну, я думаю, если я прям циферку угадаю и цвет её, тогда чё будет? Х36. Чего? А нахрена я тогда вообще тут существую? Я сейчас буду на циферки ставить. Так, бог рандом. 26 черная будет, следующая. Пожёстче. Давай, нарвёт. Это ж сколько я денег могу выиграть? 1000. 363. И все за тобой. Так я по приколу поставил. Мне такое нравится. Я по приколу поставил, тут точно не выиграть сейчас. Да ну, ребят, да ну. Ну вот, вот, смотрите. 26, да ладно. Сколько я выиграл, народ? Я выиграл 360 тысяч. Ебанулся, это как, блядь? Он отгадал, что ли? Да. Он бог. Ну чё, Захор? Тут можно часами сидеть, вот эти ставки по 10 ставить и ждать, пока цифры тебе выпадут. Что за хуйня? 5 выпало, я вам сказал, последний я ухожу. Вот, смотрите, еще я вангер. Я плюс еще бабки поднял. Сколько? 300? 360, все, я валю с казино. В смысле? Все, надо отсюда. Захур, пошли. Куда я, блядь, минус 300 проебал? Все, я поднял сотки, у меня теперь 190. Тэп. Продажи фишек 690. 1, 2, 3. Асгард, ты где, блядь? Вот так вот деньги поднимают. Вот так Витёк, деньги поднимают. Сейчас, народ. 33. Вот так вот деньги поднимают. Китайцы, самый настоящий. Народ. Вот так вот китайцы деньги поднимают. Все, всем ББ.
Играй со мной не вздумай, ты точно проиграешь. Бросаю, убегаю, ведь только я играю с тобой как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Играй со мной не вздумай, ты точно проиграешь, ведь только я играю с тобой как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Не играй со мной, малышка, я не PSP. Я же знаю, мы сегодня переспим. Молния звездой не станет, как ты ни крути. Но я бью по звездам, заменяя их. Чё? Wait, моя Рамона Флауэс. Я для тебя твой пилигрим. Эй, я победил всех твоих бывших. Так почему тогда я до сих пор один? Ха, на мне сегодня ветма. Нахуй твои бренды. Одел вас, помню, в Гушу. Скупили весь экспресс. Кто наши оппоненты? Они всего лишь девки. И я могу сказать вам, я выиграю их всех. Играть со мной не вздумай, ты точно проиграешь. Бросаю, убегаю, ведь только я играю с тобой как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Играть со мной не вздумай, ты точно проиграешь, ведь только я играю с тобой как в PSP. Я нажимаю крестик, я нажимаю нолик, а после треугольник ты снова мне звонишь. Народ, произошла такая ситуация, я читер-визуальщик. Когда-то на потоковом вещании обещал накрутить себе 999 999 999 рублей. Я себе накрутил данную валюту с помощью программы Cheat Engine, которая накручивает визуалку. И что же мне это дало? Смотрите сами, ваш аккаунт заблокирован, дата разблокировки 12-го, то есть на 3 дня меня автоматически забанило после накрутки. Не успев накрутить, просто получил бан на 3 дня. Считаю ли я то, что я виноват? Конечно, считаю. Я думал, меня не забанят. Я год назад накручивал визуалку. Нормально все было. Сейчас вот автоматически бан прилетает. Так что не используйте программу Cheat Engine. На 3 дня я откисаю. Что еще хочу сказать? В описании есть ссылка на Discord. Заходите там. Вот так вот. Вот так вот. Я читер-визуальщик. Всем пока.